Здравия желаю. Значит, продолжаем опыты. Сегодня я показывал, что удалось 6 лампочек запитать, чтобы не сматывал ток. И вот сейчас я их приспособил на гибридный, видите, подключил. Освещает панельку солнечную на 30 ватт. И вот так вот заряжается вон на этом самом, на ящике заряжается батарейка. Зарядка пошла намного быстрее. Правда, батарейки старые, надо вот батареек, скоро батарейки придут, еще проверим. Ну, то есть зарядка идет уже почти до 10, а была она разряжена до 6 где-то, сейчас почти 10 уже. 4 штуки литиевые, по 2 где-то, по 3 ампера, ну там точно не скажешь, это понятно, что старые батарейки. Ну то есть усилилась, зарядка усилилась, то есть подвесил, то было одна, сейчас 6 штук, соответственно, раза в 2 где-то, в 3 может быть, мощность увеличил. Вот такие новости, то есть надо еще, значит, усиливать панель, покупать вот такие лампочки, еще может и 10 будет светить, посмотрим. Может и 10 удастся настроить, а может и 20. И панель побольше, и пусть висит гирлянда там. 20 лампочек и здоровая панель там на 300 ватт. Но это в дальнейшем, пока, как говорится, вот такие пробы. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. И, конечно, враг будет разбит, и победа будет за нами. Главное верить, что все будет хорошо.